всем! Мы сегодня будем открывать книжку, третью книжку про Паддингтона. Этот Паддингтон был слишком занят своими делами, что забыл про сад. Они садили разные растения, а Паддингтон немножко копал там. Он взял тележку, взял остальное. Здесь какая-то была распродажа. Он поехал, упал там. Собрал, дальше поехал на тележке, потом он сел на кирпич, увидел стройную площадку, здесь он залезал по лестнице, и где он поставил ламелат, там это бетон ставил. Потом он слез и сказал, под бетоном там мой ламелат. Они стали этот бетон раскапывать. Здесь они достали ламелат. Крышка открылась. Я рассыпался этот ламелат. Из бетона стали камни. Оранжевым цветом. Оранжевым цветом. Вот он камни эти в это превратил. Клумбу. Клумбу. И там пришли эти... Наградили его медали. Вот это все. За лучшее украшение. За лучшее украшение клумбы. Сада. Сада. Ему подарили приз.